Какую? Не скажу, это будет рекламой. Ну да. Ну хуёво опять-то, да, чувствуется? Да нет, нормально. Но она дефолтная, без звуковухи, там всяких примочек и так далее. Просто у меня где-то за 2 или за 3 года я поменял 4 ушей себе BHP S1 аудиотехника. Они а хорошие. Просто как у всех купить микрофон. Микрофон? Один. Ну, да. Я думаю, то, что я вот буду бить по... И будет слышно пиздец, лучше, чем я говорю. То есть всякие... Хуйня, все привыкли уже. Все какие-то... Это же конденсаторный микрофон, он будет захватывать все вообще то, что происходит на кухне. Да и поебать. Понял тебя. Не, ну, с такой, в принципе, да, точки зрения да можно вроде. Что за хуйня? И у меня, кстати, да, у меня дома лежит мой Блюете огромный. Но я его тестил, и мне не хочется его использовать. Это дерьмо полное. Не, есть у аудиотехники какие-то прикольные микрофоны вроде бы. У меня даже есть стойка, на которую можно ставить, чтобы не на стол. Ну, а T2020 обычно используют люди. Самые дефолтные. Я понял. А ты, Игорь, с микрофоном сам? Ну да. Красавчик. Давно уж. Возможно, попробую потом. Сейчас впадал заморачиваться. Я просто наслаждаюсь тем, что у меня ничего не барахлит. Никаких лишних звуков нет и так далее. Просто нацепил так наушники и кайфуешь. Я тебе инвайт даю. Спасибо. Пожалуйста. Старт. Бля, я не хочу менять игру. А, ты же небось все помнишь еще как-то, спать что делать? Как непривычно, да, конечно, помню. Блять, у меня что-то... Ёбаный рот, что происходит? У меня сейчас с настройками что-то не то. Челяпа, где звук, кстати? Почему у меня нет в этой игре звука? А у меня есть. Блять, как же непривычно. Блять, ладно, я понял. А где? Чё это вообще за дерьмо, стоп? Слышишь, я не то что-то создал. Подожди, блять, это что-то не то. Ретайр. Yes. Какая-то, блять... Так в смысле, ты что, сосал? Mm-hmm. А, не. Так давай в эту шляпу поиграем. Ты хочешь? Ну, это лучше, чем дефолтное задроченное тобой окей, говно. Окей. Ой, задроченное. Ну, сейчас персонам тогда. Хост. На двоих. Инвайт. Креатирум. Так, я инвайчу френда. Мод. Это кастом, что ли? Так, кастом. А, какая музычка здесь? Кайф. Бля, не знаю, это кастом был, не кастом. Бля, не ебучий это был, ладно, старт. Бля. Ага, найс, ну, найс. Nice, nice. Ой, все, блять, понятно с тобой. Ну, нормально, нормально. Нормально. Ух ты, щипал. Задрот. Че задрот я бил? Я бы с одной забил, если бы понял, как тут что делать. А, это, смотрю, хорош. Да я же не помню ничего. Ну, как шарик ты кидать, ты помнить должен. Там сила удара, все дела. Игорь, не дави на меня, пожалуйста, очень сложно. А, сейчас, секунду. Уважаемые модераторы. Точнее, даже уважаемые люди, сначала обращение. Я не хочу менять игру сейчас, потому что, скорее всего, мы начнем скоро играть. Поэтому я прошу... Каждому человеку, который после вот этой речи будет писать про то, чтобы я сменил игру, мы выдавали 10 минут. Спасибо за внимание. А, ты поменял, Хермайт? Ты батя, тогда можно не выдавать 10 минут. Задрот ебаный. Холодный расчет. Пивка попей. Хорошая работа. Да блять. Будьте любезны, вилата погромче. Хорошая работа. Пизда. Какая же... Как же я ебу... Блять, я въебую тебя, стоп. Или чё? Я нихуя не понял. Побеждаешь, смысле, кажется.
Что-то у меня было написано 4, 9. А, это количество. Ладно, я забил. Да мне похуй. Я понял, тут давай, тут... давай! Хорош. Хуер. То-то. Забиваю с одной скрин. Давай. Блять. Лол. С такой силой он бы не залетел. Чё за ложь? Это не физическая игра. Я это... Ты сосал. Ого. А я говорил. О, сука. То есть ты с одной забил, хочешь сказать? Да. Ну понятно, ты задрачил. В первый такой тип, ой, я ни хрена не помню, что-то там тыкался, бился об стены, а на деле все помнит. Задрот вонючий. Блять, я еще. Так можно что ли? Дред, как насчет того, чтобы разбить игру ебало? Чё? Ты не забил? Сосать. Ты у меня перелетел. Спасибо пиздец, большое за донат. Проплачено. Я не могу, к сожалению, долго качать очень. Так, давай, я за тобой. Тебе такая пизда, лучше уезжай. Какая пизда? Я забил с одной. Я забил с одной 4 подряд, Игорь. Cool story, бабиня. Блять, ниху. Well played. Видно. Найс. Найс. Он протолкнет меня дальше, я уверен. Смотри, я сейчас поеду. Я говорил, что я поеду. Я говорил, что я поеду, я поехал. Счастливо. Спасибо. Вот сейчас, мой выход. Сука, он забил. Ствол. Как же я ебашу в гольф. Ох. Пог, да? Пог. Это разминочная. То есть выигрывать разминочную — это такая ошибка. Смотри, умение лыжника мне поможет сейчас. Готов? Ну. Ладно, я обосрался. Охуенно помогло. Физика неправильная. Угу. Отличная работа. Спасибо. Что? Блять, я там в чате что-то прочитал. Одним глазом то, что старт 18.00. Это что, блядь, за дерьмо? В каком чате? В твоем. Да нет, там врут всегда. Ладно, очень надеюсь. Хотя дай-ка альтавность посмотрю. Ну, в группе ВКонтакте там ничего не пишут. Если ничего не пишут, значит, наверное, должны включить рано или поздно. Слава богу. Что-то не доехал, было бы норм. Так, ох, вот тут блядь. Что-то неприятное, по-моему. Пахивает полной хуйней.
Потому что я, пожалуй, не буду выебываться. Смотрите, такая пизда. Хорошо. Ладно, я... Ну, я не могу уже остановиться. Давай, давай. Стой на своем. Хорош. Хорош. Тут хорошо было разыграно. Ладно, я дал просто небольшую фору тебе, потому что мне было слишком скучно с тобой играть ЛСом. Здравствуй, Андрю Льбан. Люблю твои стримы уже 200 лет, их смотрю. Ты будешь на эпицентре. Хуй. Бля, чуть не отлетел. Как чуть не... Боже. Как я плох. Ты вроде тоже... Это правда. Ух ты, ёб твою мать. Мы без прыжков, а что-то. Помойку. Помойку. Мне уже пизда, да? Ладно, все, я в тильте. Я... Ой, помойку. Нахуй, все, я в тильте. Forfeit. Не в помойку. В смысле, ты сдался? Слабак. Так, 7 очков отыграть, да? Есть дерьмо. Дерьмо, где только ты. Оп! Ааа, помоечку. Как бы я и на старте. Так, здравствуй, здравствуй, смотри, ты будешь. Спасибо. На эпицентре, по идее, буду, да. Вроде как буду. Хорошая работа, Игорь. Отличный прыжок. Что? Я не бы. Я смотрю, кто-то в тильте. Все в тильте. Я в тильте. Давай, Игорёчек. Посильнее ударь сейчас, главное. Все равно отстаёшь. Потому что ничего страшного. О! Это казать уровень... Как делается? Давай. Пиздец ты, локирок. Ты понимаешь, насколько ты локирок? Это чистейший скилл. Пиздец. Гейл. Просто супер лакер. Гейл. Ну, а вот я. Ага. Летаешь очередня. Сука, тварь. Ты чё хамишь? Да понятно, ты... Походу, на своих сабдеях играл. На сабдеях, да. Готов к грязи? Да. А я нет. Сука. Сам тебя выебал. На 2 очка. Да я тильтанул там, где 9 было. Угу, угу. Блин, почему еще нельзя играть? Куда? Куда я платил, блядь? За что? За что я платил? Иного, блядь! За что я платил, блядь? Кстати, фактически я не заплатил еще ни рубля, но... Ты заплатил, в смысле, ты в лаунчер заплатил?
Не, ну вообще, да, кстати. Да, блядь, за что я, куда я платил? Лаунчер. И куда здесь ехать надо? А, блядь, я прыжки не поставил. Ну, значит, без прыжков это мапа. Без прыжков это мапа? Да. Тебе да. Пизда. Гэл. Да если бы я еще знал бы, как, чего, где. Ты все карты уже знаешь. Угу. Арабская ночь, твое казино. Ой, да пошла ёбка. Блять, тут без прыжка такая пизда нам. Честно скажу. Я с первого собрался. Я просто физику хорошо знаю. Я тоже. Я все равно... Блядь, ты... Да, ты просто пропёрся, сука. Да, конечно, блядь. Если бы ты сейчас забил, я бы тебя выебал в рот. Я просто все идеально скалькулировал. Да, блин, иново, пожалуйста. О, это мой сигнатурный. Почему так больно? Одиннадцать, одиннадцать. Какая ровная борьба. Блять. Как тут без прыжков? Я без прыжков почти не ебу. А как, что тут вообще делать? Вероятно. А, наверх туда? Видимо, да, но как-то... Как-то что-то... Блэтк. Блять, я туда... Как без прыжка туда попасть? Это что вообще такое? Блять, вдруг там такая пизда на этой мапе. Ну такая пизда. А, не, я прыгну. Более-менее. Багей. Сосать. Но все равно сосать, на самом деле. Да, я понимаю. Ой, блядь, задротен. Он все раунды помнит, я понял тебя. Да, конечно, помню. Если я помнил, ты под ноль тут ссал. О, прям домой. Мразь. Сосал ты член. Лакер ебан. Мудила. Питон. Блять, как я ненавижу эту мапу, это пиздец. Ну это мой сигнатурный тоже. Принял. Блять, ты тоже смог. Понятно, посмотрел. Рот твой стрим снайпил. Оп, оп, оп. Раз, два. Блять, мразь. Ебал, сверни свое там, пожалуйста. Как это у тебя получается? Ну как? Ты ж, блять, мясной. Ты... Чел, который играет в эту игру 24 на 7, а я просто талантливый. 24 на 7. Так, нам вот туда надо, да, получается? А, почти. Сосать. Мразь. Просто сосать мой член. Мразь.
Блять, эта идея такой хуйней попахивает. Кокат. Я в тильте. Легко, блять, я просто в мать его тильте. Чел, просто сдавайся. Ты еще и не попал, лол. 6 баллов. Ты чё, блядь, ты чё, охерел, что ли? Да мы без... О, я понял. Такая ты гниль. Задрот. И потом мне этот человек говорит, что он не задрот, ага. Пивка пойди побей, блядь, с друзьями лучше. Да с так... Чем шары свои гонять. Супер легко. Просто сейчас снял трусы, яйца положил на мышку и ебашу тебя. Блядь. Все, я, блядь, опять в тильте. Блядь, тут я в тильте. Что за параша? Улетай нахуй, по-моему. Пошел нахуй. Здорово. Здорово, ебать. Наберешь. Да я с первого раза сейчас забью, не похер. Да конечно. Помойку, блядь. О-о-о. Он смог. Найс. Всего лишь на 10-ку отставания. Каткин с кресле. Сколько, блять, мувиков посмотрел в этой игре? Питон. С первого удара он попадает. А знаете почему, дорогие друзья? Потому что он ебаный задрот. Со своими флешками играет каждый день вот эту херню. Конечно. Чувак, ты просто хуёвый. Чак, ты просто, бля, все. Всегда был хуёвым, Андрюк, все нормально. Я понимаю. Блин, нельзя играть пока что в нову. Придется терпеть и дальше твою компанию. Андрюх, там я тоже найду тебя и просто буду ебать как тут. Та-та-та-та-та-та-та. В игру зайди сначала, блядь. Быстрее тебя, блядь, зайду в этот раз. Блядь, дерьмо. Так, это в щелочку попадаем, да? Ну-ка, оп! Ух ты. Фух. Нормально. Дефолт. Отличная игра, Андрюх. Отлично, Андрюх, там щелку надо, а не наверх забить. Понял? Вон там дырочка, видишь, дырак? Туда надо закатить шарик.
Блин, на самом деле раньше, наверное, надо было тебе сказать, ты что, тупой. Как, блядь, твой орк, сука. Ой, блядь. Здесь-то куда чего? Наверное, по прямой. Наверное, по прямой. Есть ага. Другие варианты? Наверное, он думает, что по прямой. Понятно, видимо, твоя пёртость это закончилась. Вначале чисто пропёрся, пару раз попал, что-то там. Блин, здесь непонятно вообще, куда их нужно закатывать. Андрюх, флажки синие, посмотри прямо. Смотри, там флажок стоит, ой, видишь? Соси, короче. Туда надо закатить, в лунку. В очко тебе надо закатить его. Не, тут в этой игре в лунку. Так, давай, я пока на Твальтабе посижу, посмотрю, как там иного, поговорю с народом, с чатиком, надо поотвечаю, Игорь, потому что времени, кажется, мне много. Давай, давай. Слушай, до сих пор, кстати, у них нету никаких обновлений. Нет! Так... Оп, хорошо. Хорошая работа, Игорь. Спасибо. Супер, это для меня. И при этом все равно на 12. Эти на С можно открывать режим просмотра лунки. Опа! Чё? Спасибо большое. Хуяся. Задроты, понятно. Там тебе еще не подсказывают, насколько клеточек надо ударить, чтобы нормально все было? Ты там видосики откроем в Турмонике, хз. Дерьмо. Оп. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ру-ту-ту-ту. Тур-ту-ту-тул. Нормально. Пяти нот это норм. Андрю, для такого хуёвого игрока это неплохой результат, то есть на 4. Спасибо. Ты реально приму выше головы. Спасибо. Приятно, Игорь, то, что ты поддерживаешь даже в таких ситуациях, когда проигрываю.
Так, дальше что там? Твилайт, да? Блин, ну это... Твилайт. Чувак, поставь что-нибудь такое с этими, с корзинами, например, где ты не задрот тупой. Ну, год трей. H411, спасибо за подписку, добро пожаловать. Погнали. Так, что это такое? Понял. Блять, и как? Типа ты забил? Да. Nice try. Это тебе не в лунке, Игорь. Хорошая работа. И сразу теперь понятно, какой Игоречек молодец у нас. Отодвинемся, подвинемся. Сколько тебе часов наиграно в эту игру? Небось, блядь, часов 500 наиграл с флешкой. Лунки гоняли оба. С языками во рту друг у друга. Я просто... 6 баллов. Нельзя побеждать. Все понятно. Вот дурак в разминочной победил. Хорошая работа, Игорёк. Нормально, нормально. Почему говорят клиент обновить? Может перезайти реально попробовать? Куда? Там появилась бы кнопка обновления клиента. Не, ну может сам фогейм нужно перезайти. Кокат. Попробуй. Трехочковый. Дерьмо, блядь. Ух ты. Ты шо, задр? Сосать. Чё, нету кнопочки? Ты не перезаходил? СМ говорит, что скоро. СМ это кто? Ну, типа ГМ, судя по всему. А, сука. Короче, нахуй. Я в просто тильте. Снимай. Я просто в тильте. Ты просто ЛС ебаный. Нет! Нет! А-а-а! Фу, блядь. Стоять! Стой, су... Да, блядь, ебучее дерьмо. Игорь, у меня проблема. Да. Я не могу бить отсюда. Проблема у меня. Я сейчас прыгну и упаду. Я не могу прыгать. Игорь, все. Я сломал и эту игру. Да, блядь. Я недалеко от тебя ушел, блядь. Так, я перезахожу в фугейм, если чё. Нормально, забил. Хотя бы с 9. Вот, игровой клиент устарел, обновить. Да ладно, починить файлы нажму. Перезайди просто в 4 гейм. А, опять профилактика кек. Ну, как бы да. Ты играть будешь или сдаешься? Я не могу, к сожалению. Это мне сейчас 12... Я не могу двигаться, в принципе. Ну, сейчас у тебя время кончится. 12 очков мне дадут, да? Да. Окей. Обновилось. Найс. Да, 14. Нормально. Да, без проблем. Ну, кто виноват, что ты в такое хуевое положение попал? Только ты сам. Только ты сам. Ебучее дерьмо, блядь. Я в тильте. В каком же я тильте, нахуй?
А тут же прыгать просто... можно? Нет, блядь, мы без прыжков играем в баскетбол. Бортики. Старость. Бам! Легко. Ну ладно. 9, в принципе, не так плохо. Ой, ты соси, ты выиграл из-за бага. Конечно. Смотри, куда бьешь в следующий раз. Бля, мы дерьмо. Ты есть дерьмо. А. Не, дерьмо тут только ты. Опа, на грибочек. Блять, я не доеду, сука. Так, ты не забил. Понятно, как обычно. Как обычно пропёрся, мразь. Только так и может, блять. Чую то, что это хуёво закончится, да? Я Бали, чую, что тебе такая пизда. Более-менее. Пизда — это то, что у тебя между ног. Почему он не прыгает? Это баги! Это лаги-баги! Ах ты ж, сука. Ну да, понятно. Неплохо. Всего лишь 5 ударов. Для такого индивидуума, как ты, это вообще отличный результат. Спасибо, Игорёк. Хороший удар, Игорёк. Спасибо. Давай, so easy. Бля, чувак, на самом деле сори то, что вот это вот, я тебя позвал поиграть в эту игру, на стриме позориться. В следующий раз я тебе заранее напишу, чтобы ты потренился, там, видосы посмотрел. Да, окей, чтобы окей. Какой-то был соревновательный процесс. Хорошо, Игорёк. Да, да, да. Так и стоит сделать. Особенно с учетом того, что вы играли, блядь, 3 недели 24 на 7 в эту игру. Да, да, да. Как не зайдешь, Игорь, блядь, играет в этот самый гольф с друзьями своими. Ну как, с друзьями, с другом, с флешкой. Все, тебе пизда. Понял. Опа! И вот сейчас... Чух! Сверху надо, вдруг, а не снизу. Угу. Да, да, вот так. Вот так, хорошо. До... До... Уёбище. Блядь, туда что надо? Не туда! Это, блядь. Сука. Давай. Забивай с одной ноты. Давай, давай. Я смотрю. Готов? Да, я... О, это Игорёк. Конечно, блядь, да, да, столько играть в это говно. А я, смотри, конечно, с одной. Конечно, с одной. Ты, блядь, с одной можешь только вниз провалиться. Ох, блядь, от щитка. Сейчас красиво от щитка сыграю. Да-да-да, давай-давай.
О, нормально, нормально. Отставание не такое сильное. Тут еще, в принципе, можно камбэкнуть. Как отставание твоего эльфа блядского от моего орка. Блядь, это же не то самое. Ладно, ладно. В принципе, нормально. Андрюш, у тебя получится. Главное, не сдавайся. Сосать. Так, а где, куда? Понятно. Блять, ну и дерьмо. Ну ладно. Удачи. Ни хрена ж не видно отсюда. Алло. Удачки. Не, пожалуй, не буду рисковать, ёбаться и так далее. О, понятно, понятно, понятно. Все верно, все верно. Мы же на корову играем, правильно, Игорь? Нет, твое... ладно, все, забей. Если чел, который так много задрит в это говно, делает такое, то... Так ебёт тебя после... Все понятно, блядь, все понятно. Ладно, смотри, ты сосал. Чу. Так. Оп. Хорошая работа, Игорь. Нормально. Молодец. Так, а чё, куда? Блять, кажется, не сюда. Я понял. И тут у меня звонил телефон. Секунду. Блять, сегодня какой день недели? Сегодня среда ведь? Среда, да. Ты пиздишь? Нет. Сегодня вторник, да? Среда, конечно. А что такое, Игорь? Так, импотя на месте. Почему-то пишет Папич Фан, что L2 работает, но L2 не работает. Папич Фан, успокойся, пожалуйста. Или тебя успокоит сейчас модерация. Игорь, ты как модератор успокоишь его? Кого, кого, кого? Папич Фан 24 обманывает. Понял. Тайм-матч там. По средам, как говорили, флешка. А, да, в натуре ваш, да. Че? Не, ничего. Так, а как тут... Блядь, что это за уровень вообще такой? По водичке налево. По классике. А, по водичке налево. Все, понял. Ха, сука. Хитрец, блядь. Какой что тупой, это просто пизда. Ой, вниз, вниз. Блин. Это не важно, я могу и снизу. Да, ну хорошо, что ты очень хорошо играешь и все равно забьешь. Блин, не доехал. Обидно. Ну еще попрыгай, попрыгай. Да-да-да. Ой, обидно, сука. Ну ладно, хоть так. Пизда, тупо челик выигрывает из-за того, что меня залагало. Нормально, нормально. Это вот что я делаю сейчас. Внимание. Падаешь в дерьмо? Да. Нормально.
Андрюх, ты делаешь успехи, в этот раз уже на сколько там, на 15 осталось всего лишь, и на 20 даже. Даааа! Шарик! Ну, на 17. Пойдет, Андрюх, это нормальный результат. Блин, L2 не готова еще, гайс. Готово, готово. А, у тебя готово? Да, надеюсь, я зайду, а ты будешь сосать мой хуй. Удачи, уебища. Очень надеюсь на это. Так. Блин, и что делать? Вы входите в игру. Профилактика. Может, типа, кто играл, тот больше не может уже? Вторая? Восстанавливаем соединение. Да, давай. Все, нормально. Восстановил, заходят, ребят. А, Хермайт, не могли бы вы сменить игру, пожалуйста? Спасибо. Вы входите в игру. Так, ну проблема в том, что через пару часов уже начнется турнир по шашкам. 2-2. И по идее я буду принимать участие в нем. Фанаты вообще просто так забыл. Ну на 10 минут. Бан на 10 минут это не бан вовсе. На самом деле, за то, что он спамил. Спамить не надо. Вы входите в игру. Yeah. Скажись, Игорь, я понял. Да я думаю, что все равно будет впадло играть настолько много. К тому же заранее договорились. Если бы я знал про Lineage раньше, то, возможно, все было бы по-другому. К тому же, да, шашки ненадолго, это правда. Твой топ игр Lineage ходит, но, блин, это игра, которая мне принесла массу эмоций. Я играл, когда был малый. Играл, когда уже повзрослел немного. Да, да, она входит в топ. Скотиноид. Скотиноид, спасибо большое за подписку. Добро пожаловать. Бля, что-то так все заходит. Да, это правда. Так а чё, а с кем ты играешь, Игорь? Да, по сути, один. Но у меня Гриша просто с города еще тоже будет играть. Но мы не так, то, что мы в пати прям врываемся и давим. Просто почилить. Я понял. Как в бою, знаешь? Угу. А там дальше как пойдет, может, в каком-нибудь пати ворвусь. В пати, я понял. У меня еще в пати есть лесоруб. Это кто? Это, не знаю, СХ. Это все, что ты о нем знаешь? Да. Я еще знаю, что у него будет цепушка плюс 7. Ого! Но это будет у всех почти. Нет, что значит у всех почти? Не говори так. Ладно. Не, ну возможно, у кого-то нет 450 рублей. Да. Я не знаю, конечно. Он идет на этот сервак просто получать удовольствие, не вкладывая деньги. Вообще, это, кстати, странно довольно-таки, потому что. Смотри, как получается, Игорь. Получается так, что 450 рублей стоит цепушка плюс 7, плюс очень много всяких приколюх. И просто белая цепушка обычная стоит 2700 монет. 1000 рублей равно 8000 монет. 1 рубль 8 монет. Таким образом, 300 рублей примерно равно пушка. Nice. Чуть-чуть больше. Ну... Так, короче, 320 рублей. 322 рубля равно эта пушка. Хорошо. К чему, говорит, подсчет? А ты чекал, почем там банки, почем точки? Банка. Увеличение 20, поддержание 22. Они там как-то по-другому работают. Судя по всему, точки я хер его знает. Угу. Ты под банки накачался? Под какими банками? Я не мог купить ничего, я просто качался как ёбарь. Понял.
Простите. Простите. Прав очень. Невежливо так делать. Там сейчас, кстати, по-моему, какая-то дота еще идет. Ты как доту смотришь, Игорь? Ха, люблю посмотреть доту. Ха-ха. Да. Начать игру. Ах ты тварь. Так, чё тут? Быстрее убить его. Можно мне... Сука. Ты можешь замьючиться, блядь? Подожди, а надо прям трахнуть этого гремлина? Короче, ласкитнуть. Наверное. Так, он... А ты стримишь? Не. Понятно. Я что, драк со старта стримить? Наркотики. Наркотики — это плохо. Понятненько? Понятненько, понятненько, да. Ай, ну и ново, ну бабки же в монитор. О, синий самоцвет, до свидания. Лол, лакирок. Шоп не починили, говорят. Помощник новичков. Я получил соски. Переместиться к гиду новичков. Гид новичков. Квест, согласен помочь. Принести зону охоты. Так а что там, супер долго качается этот? Который... Ты понял. Чё, блять? Ну, кристалл этот, который играешь в казино и дают тебе экспу. Но вначале очень долго, да. Найс. Так что надо? Уничтожить орков и гоблинов. Ёбаный рот, блять. Я понял. Так, надо поменять тут кое-что. Добавить. Вот это. Хранить. Вот этим бить будет. Ты чё? Не бьёт. Ой, все, я в тильте опять. Входите в игру. А, нормально работает. Тут повторяемся, походу, мелкий, да, на этот автобой? Слушай, Игорь, если ты не стримишь, можешь на моем пока постримить? Я отойду. Чайку сделаю, все. Блять, что? Нет! Нет! Пизда, Андрю. Знаешь, что случилось? Что? Упал срок. В смысле? Опа, согласиться. Да, вайт выключен. Да. Блин, я думаю, они именно поэтому делают бесплатный, как бы бесплатный контент. Тебе не нужно платить, чтобы играть, чтобы люди не высирали, типа, мол, я плачу деньги. За что? За что? Может, они магазин решили починить? Да пора бы уже. А ты, Андрюх, типа в этом в Twitch Reels участвуешь, или? Да. С кем? В шашке, с Яриком. Да дайте поиграть. Пизда. Ну, вайт выкл. Че, на блэк идем? Ха-ха-ха! Погромче, пожалуйста, Игорь. Ты че? Не, ничего, извини.
Запускает, что ли? Ну, сервак-то лежит. Чуток от запуска. Я перезахожу, чтобы видеть, когда он поднимется. А, ну я тоже так делаю. 20-30 минут сказали ждать. Откуда у людей такая информация интересная? Это создатели игры. Вот, может быть. Гос с Игорем на охоту. Он поймет, о чем речь. Инфа с офстрима, говорят. Игорь, ну я расстроен. Да я тоже. Я покатать хотел. Откровенно говоря, ожидания-то другого нету, что старт сервера Lineage обосрется в дерьмо. Но вроде это официальный сервер, и ново там вот это вот, все дела, которые ебут все пиратки, которые ебут сервера, чтобы их, типа, нельзя было стримить и так далее и тому подобное, которые прям вот-вот должны на своем примере показывать, как надо, а сами обсираются так же с подливой. И как это работает, Игорь, что это такое? Да, блять, понятно, просто свою фришку запустили, официальные папки. Да, да, всасывают. Официальную фришку, говна запустили свою, значит, и все. О, согласиться. Нет, я уже думал, они за такую речь позволили поиграть мне, но нет. Надо было, блядь, в Вов идти. Так а мы и пойдем в Вов играть. Ну, это когда будет-то лето? Игорь, сейчас скоро лето уже.